а творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяны Салмановны Макту Сайфуди. Очень такая интересная идея выходной на позитиве. Сейчас я приготовила себе такой поздний завтрак, как в Парижах. Сейчас я вам покажу. Вообще слушаю Наталью Борисовну Правдину, ее семинар. И очень интересная притча, сейчас ее включу. Здесь специально я поставила на, как говорится, на стоп. Сейчас включу притча. Давайте вместе ее вспомним. Помните, ходил Будда по деревням, по деревням и проповедовал. И за ним следовали его ученики. Однажды он пришел в одну деревню, где его учение воспринималось в штыки, и жители деревни стали осыпать его бранью, непотребными словами, кто-то стал бросать в него какие-то там комья грязи, какие-то помидоры, в общем, что-то такое, да. А он стоял и, как всегда, улыбался своей вот этой улыбкой, бесконечно прекрасной. И один там самый ярый такой, скажем, противник учения Будды выступил и сказал: «Ты что тут вообще улыбаешься? Ты видишь, как мы тебя ненавидим, мы тебя поносим, ты вообще убирайся из нашей деревни, но почему ты улыбаешься? Откуда в тебе, что ты улыбаешься? Ты что, не слышишь, что мы тебе говорим? Ты что, не понимаешь, что мы тебе говорим?» На что Будда ответил: «Конечно, я слышу. Конечно, я понимаю, но это ваши подарки, которые я не хочу себе принимать. Поэтому вы оставьте их себе. Я просто не принимаю эти ваши подарки». И он ушел, улыбаясь своей вот этой просветленной улыбкой, оставив этих вот негодующих крестьян позади себя. И вы знаете, я думаю, что вот как раз метод, навык. Очень хорошая притча. Так что вот. Сейчас я вам покажу вид на улицу. Вид на улицу из моей квартиры. Одиннадцать градусов. Показывает Яндекс, что 11 градусов тепла. Солнышко. Так что вот, приготовила себе такой завтрак, сварила макарошки с соевым мясом, кальдента, салатик из свежего огурца и помидорки, немножко рапсового масла, немножко горчицы, вот такие вот дела. Слушаю Наталью Правдину. У меня белье уже высохло. Там мне надо в комнате еще застелить постель. Встала я не так давно. А так вообще загружаю. Загружаю мой Life Journal. Помимо моей творческой студии позитивного мышления, видео, я загружаю на мою страницу ВКонтакте Татьяна Салманова через дефис Мактум Сайфуди через дефис. Мой Life Journal. Огромное количество моих видео. Так что вот сейчас я открою мою страницу. 2019-2020 годов. Как я уже написала, что сначала я там, у меня огромное количество, у меня заснято около 7000 видео, на каждом видео я, в смысле загружено на мои два канала YouTube. Вот.
Я решила, что сначала, чтобы как-то это был такой процесс более организованный, трехчасовые видео загружаю, потом будут двухчасовые. Так что вот. Ну, какие-то такие, если я решу, что там как бы... Ну, в общем, на самом деле, в основном трехчасовые загружаю. Ну, или почти на 3 часа. Вот такие вот дела. Потом, думаю, буду двухчасовые загружать, потому что огромное количество видео. Сейчас страница сейчас открывается. Моя страница. Моя страница ВКонтакте также загрузила. Ну вот, ну как бы позитив, даже не знаю, мотивация, позитив. Смотрите, загрузила вам и Наталью Правдину на мою страницу. Смотрите, написала вам. Если вы хотите стать спонсором моей данной страницы ВКонтакте, Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддин, опубликовала номер моей кредитной карты Bank of Tinkoff. Обратите внимание, сейчас Дима онлайн. Так что вот, ну это я просто с Ютуба. Это Наталья Грейс, ее, так скажем, как она, тренер, в общем, такой она тренер, мотиватор. Ее эти видео с ее каналов, с ее канала Ютуба, сюда я загрузила на мою страницу ВКонтакте. Дальше идет часть моих видео, моей творческой студии позитивного мышления, на каждом видео я. Ну вот, а здесь идет мой лайф-джорнал. Дальше. Ну, я пролистывать дальше не буду. Огромное количество видео. В основном они трехчасовые, обратите внимание, на каждом видео я. В общем, сейчас у меня будет, сейчас я заварю себе кофе. А сейчас я у Димы спрошу, как у Димы дела? Сейчас я ему напишу, сейчас спрошу, как у Димы дела. Спрошу, слушает ли он лекции Натальи Грейс. Интересны ли вам лекции Натальи Грейс? Вот. Сентября 2021 год, 13:41. Ну, как мы смотрим? В общем, компьютер нам показывает, как мы можем по телефону посмотреть и по компьютеру, какой сегодня, знаете, вот это вот, по компьютеру. Нет, у некоторых есть, знаете, календари, знаете, некоторые, знаете, это календари, там, в общем, как-то вот так. Смотрите, вот плюс 12 градусов, Яндекс погода. Плюс 12 градусов в Петербурге, ночью 8, так что вот. Ну, дорогие друзья, будем оптимистами. Смотрите, Яндекс показывает, что сегодня 12, завтра 14, потом 16, потом 18 градусов. Немножко потеплеет, так что вот.